СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 430549 от 19 марта 2015 года. 16+. Двенадцать ноль шесть в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Еще раз приветствуем вас. Надо сказать, что сегодня состоялось прощание с генеральным директором Кировского молочного комбината Василием Куприяновичем Сураевым. С 8 до 10 оно было. Дольше. Там было. После 10 и в 11 люди не разъезжались. Огромная стояла очередь на прощание. Да. Вот я бы это назвал, не знаю, для меня лично это какое-то вот... Вкупе с теми смертями известных очень людей, да, в 2017 году, это для меня вот такой шок года или потрясение года, вот я для себя это называю. Угу. Ну, на самом деле, мы, как и анонсировали в первом часе, сейчас хотим подвести с вами, слушатели, итоги года. Что для вас явилось событием со знаком плюс года, со знаком минус, может быть, года? Вот Володя сразу же вступил... Я сразу с грустного начал, но с того, что прямо сейчас вот происходит, и действительно, мне кажется, что для очень многих уход Василия Куприяновича – это и шок, и огромная потеря, и много-много уважения к этому человеку испытываю я тоже лично. И единственное, что я могу сказать, что, конечно же, слова поддержки его родным и близким, слова поддержки сотрудникам его предприятия, а я знаю, что социальная политика предприятия одна из самых эффективных в нашем регионе была и, надеюсь, останется. Очередь, текучки на предприятии почти не было, очередь на трудоустройство на предприятии была большая. Это показатель того, как человек, владелец, управленец относится к своему бизнесу не только для того, чтобы деньги зарабатывать, там, получать федеральные какие-то субсидии и прочее, что тоже важно, но и общаться с людьми, делать так, чтобы жизнь сотрудников предприятия была на высоком уровне, они каждый день приходили на работу с удовлетворением, уходили с нее также. И вот мне кажется, что как раз у этого человека все получалось в достаточной степени хорошо. Не помнишь, когда приходил Василий Куприянович к нам в программу «Разворот на бизнес», это было 2 ноября прошлого года, 2016 года, он говорил о том, что, ну, в частности, говорил о том, что ежегодно КМК тратит на благоустройство прилегающей территории 1 миллион рублей. Только на благоустройство Только территории? Только на благоустройство, да. Да, причем не для того, чтобы галочку поставить в рамках проекта там, что там, «Цветущий Киров», да, с клумбами, а вообще всегда. И хотелось бы, чтобы проект, тут губернатор у нас был в понедельник, он говорил, что правительство будет оказывать всяческую поддержку предприятию, чтобы оно развивалось и работала дальше. Надо напомнить, что участвует холдинг в большой программе «Миллион литров молока», и было много сельских территорий освоено предприятиям для того, чтобы развиваться и молочку развивать в нашем регионе. 1800 работников, если я не ошибаюсь. Да, вот, и очень важно, конечно, чтобы все было сохранено и все развивалось. Мы вот сил вам, всем, кто работает на этом предприятии, управляет им, мы желаем, чтобы на пути там не было никаких препятствий и твердо стояли на ногах. Ну и давай я скажу о том, что в память Василия Сураева этот разворот на бизнес от 2 ноября прошлого года мы повторим обязательно в выходные. Точное время я сообщу в анонсе. Да, очень хорошо. Да, Василий Куприянович, кстати, никогда не стеснялся выносить серьезные проблемы на всеобщее обсуждение, когда это требовалось действительно. И мы здесь в эфире горячие у нас были обсуждения и споры, и решали даже какие-то вопросы. Смелый человек. В частности, его можно назвать там, главным борцом в Кировской области против фальсификата молочных продуктов. Совершенно верно. Ну вот, увы, остается только как-то вот скорбь такая. Да, с одной стороны скорбь, а с другой стороны приятно же вспоминать такого человека. Правда, Володя? Безусловно. Все его дела очень приятно вспоминать. И 211-101 номер телефона прямого эфира, 211-101. Мы разговариваем с вами, слушатели, подводим итоги года ваши и наши. Что для вас явилось в этом году событием номер один со знаком плюс, событием номер один со знаком минус? Можно здесь и покритиковать. Я не знаю, соседи, власть, кого вы считаете нужным. Только, пожалуйста, в емкой и цензурной форме.
Все вещи принимаются абсолютно. Там бытовые какие-то, хозяйственные. Вы там женились, кто-то родился. Вот у меня в этом году второй сын родился. Да, вот радостное событие. Самое радостное событие. Мешает поздравить еще раз, конечно же. Да, кто-то умирает, кто-то рождается, Володя. Жизнь такая, понимаешь? Это жизнь на самом деле. Но наши коллеги подводят итоги тоже. И перед нами материалы многих наших, в первую очередь, информационных интернет-порталов. В частности, коллеги 7 на 7 подводили итоги, я бы сказала, такие тематические. Они и финансовые итоги подвели, да, дорожный миллиард, профицитный бюджет, уход победы, главные события Кировской области 2017. И политические итоги тоже подводили. Я предлагаю все-таки, давай вот мы с этого начнем, а слушатели наши подхватят 211-101, 211-101. Ну, история с уходом победы, мне кажется, мне сейчас могут звонить и уже критиковать нас. Это было в самом начале 2017. Может, у кого-то уже навязло, да, в зубах, потому что про победу мы здесь говорим очень много, и опять же с Игорем Владимировичем Васильевым тут говорили в понедельник, без конца ему задают журналисты эти вопросы, когда будет лоукостер, на что Игорь Владимирович нам что сказал? Он сказал, что давайте посмотрим, сколько рейсов сейчас из Кировского аэропорта в Москву. Он сказал, что их значительно больше 4. Стало. 4, да. Да, он сказал 4. И что очень важно, чтобы сюда в первую очередь летали инвесторы. А для инвесторов, видимо, не так важно, сколько стоит билет на самолет. И тут, конечно же, я не могу с этим не согласиться. С одной стороны, действительно важно, чтобы летали инвесторы. С другой стороны, могу сказать, что инвесторы – это те люди, которые деньги-то считают. И для многих из них билет за 8-15 тысяч до города Кирова, до которого 1,5 часа там лететь, это неоправданная трата денег. Вот, а чего ж тут говорить про студентов и нас, простых смертных? Слушай, наверное, смотря какого уровня инвестор. Все инвесторы или в гости все к нам, Володя. Все они абсолютно считают. Конечно, если ты представитель АФК-системы, то, наверное, да. Но вот если есть представители малого и среднего бизнеса, которые желают развивать свое направление, да, в Кирове, то это нет, на мой взгляд. Но могут со мной слушатели не согласиться. 211-101. Может, ты знаешь, мне кажется, по-прежнему большая часть населения Кировской области не только не вылетала из Кировской области, но и не выезжала даже. Просто, вот понимаешь, за пределы. И для них это вообще не актуально. Согласитесь со мной или нет, 211-101. Ну, я знаю... Ты вылетал из Кировской области? Да, вылетал. Я как раз с появлением победы и появилась возможность слетать, собственно. И это показатель. Столицу нашей Родины. И вот это показатель. С появлением лоукостера появилась возможность не только выезжать на поезде, но и вылетать, потому что стоимость билетов была сравнима со стоимостью даже плацкарта в поездах, которые идут через Киров в Москву. Ну, я прекрасно знаю, не только жители областного центра тут активно откликнулись на это предложение победы, недорогой. Да, слетать в Москву. Активно люди из районов приезжали на автомобилях, оставляли здесь автомобили. Целыми группами, я видела, в Победилово, да? Да. У нас есть телефонный звонок 211-101. Добрый день. Добрый день. Да, добрый. Представьтесь, пожалуйста, подводите итоги. Константин, да? по части победы. Никто даже не упоминает, что победа летала на новых хороших самолетах, а саратовские летают на хламе. Вот. То есть со знаком минус все-таки вы оцениваете уход победы? Серьезный минус. Вы победой летали непосредственно, вы лично? Да, очень много раз. В том числе были удобные стыковки за границу. Мы укладывались в бюджет 10 тысяч рублей в Европу слетать туда. Это одна из фишек. А это сейчас только стоит, победы, билет, да, стоит билет на самолет в сторону Москвы, в одну сторону. Только в сторону Москвы, совершенно верно. А так можно было в Европу слетать на стыковочных рейс. Так, да. События со знаком плюс давайте, чтобы позитив тоже присутствовал. События со знаком плюс, что все-таки аэропорт почти что достиг окупаемости, буквально там, по-моему, 5 миллионов. Это у вас откуда такая информация, что он окупаемый стал? Ну, 110 миллионов примерно затраты аэропорта, выручка до 105 миллионов достигла. И почему гендиректора уволили, тоже непонятно. Это хороший вопрос. Гендиректор вот последнего, да, который да, был? Годовой, да, контракт, да, закончился, он ушел. Угу. Он ушел. Да, а потом увеличение еще... выручки почти в два раза, это все-таки достижение. Это показатель. А тут еще, да, совершенно верно, тут еще заявление министра транспорта, господина Поршнева, о том, что аэропорт априори будет убыточным. Тоже возник... Это событие со знаком вопроса, я бы так сказала. А что же вы будете делать, товарищи? Ну, мы господина Поршнева приглашаем в эфир, и через губернатора тоже приглашали.
Я надеюсь, что в начале следующего года он придет и озвучит планы правительства, и в том числе по поводу аэропорта. Спасибо, Константин. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы подводим итоги года вместе с вами, слушатели. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, 15 минут у нас. На часах 15 минут первого. Пауза будет полминуты. Да, полминуты. Очень быстро вернемся. Продолжается программа «Дневной разворот». Вместе с вами, слушатели, подводим итоги года со знаком плюс и со знаком минус. Давайте вопрос победы мы закроем. Хотя, если для вас это действительно событие самое главное, то, конечно, звоните, только тогда уже коротко. 211-101. Не стесняйтесь, да, рассказывайте о каких-то личных вещах, ну, насколько это возможно, да? Не обязательно, да, пожалуйста, те, которые в общественном пространстве. А вот смотри, Володя, для многих на самом деле событием года личным был прилет вот высоких и приезд высоких персон в город Киров. В частности, самых высоких, причем да, в стране. Ты помнишь, как на Великорецкий крестный ход прилетел патриарх Российской православной церкви, патриарх Кирилл. Я там не был, но видео все мы наблюдали. И там было просто столпотворение. Очевидно, что люди, которые туда пришли, они чувствовали, что это событие. А для вас, слушатели 211-101, это было событием? Может быть, для вас было событием, что в августе в Киров приезжал президент Владимир Путин? Он проводил совещание по местному самоуправлению. Мы там не были с Володей, ничего не можем сказать по этому поводу. А зимой 31 января прилетал премьер Медведев. И опять для нас с тобой незаметно прошло. Премьер, в смысле, не премьер кого? Премьер-министр а Дмитрий Медведев, да. Дмитрий Медведев. Оборонную промышленность, да, он инспектировал у нас здесь. Да, 211. Вот смотрите, да, 2017 год, сразу три таких великих персоны. Первые лица государства. Не считая там главу здравоохранения Веронику Скворцову, да. Затем ее зам прилетал, да. И так далее. Да, совершенно верно. Так что нашу область в этом году как-то вот высокие персоны, да, они посетителями, вниманием пожаловали. Посетителями не была обижена. Действительно. Но вот было ли это для вас событием, это вопрос. Я не знаю. Для меня, не знаю даже сказать, чтобы я прям была впечатлена. Видимо, может быть, я если бы увидела, то это каким-то событием для меня бы и явилось. Для меня событием, на самом деле, я об этом тут говорила, событием года, если уж говорить о персонах, это было избрание главой города, мэром города, главой Кировской городской думы Елены Васильевны Ковалевой. И известно почему. Потому что я тут очень известно, часто... Известно, почему избрали? Нет, известно, почему для меня событие. Потому что я тут очень часто задвигала идею того, что женщины должны возглавлять территории, должны возглавлять муниципалитеты и правительство, а может быть даже и государство. И поэтому я испытала чувство большого удовлетворения, когда Елена Васильевна возглавила Кировскую городскую думу. И пока встречи с ней и деловые встречи рабочие меня не разочаровывали. У нас есть телефонный звонок 211-101. Алло, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый, как вас зовут? Зовут Олег. Олег, какой темы хотите коснуться? Ну, с языка сняли вы то, что назначили Ковалеву. Это приятное событие для меня в этом году. А неприятное – это как раз приезд Кирилла в Великорецкое. Неприятное? Почему? Что вы в этом увидели? Я крестоходец, много раз ходил. И его приезд в качестве пиар-проекта для поддержки губернатора, ну, любого, на мой взгляд, был не оценен крестоходцами. Много людей уехало обиженных, и пара знакомых даже говорят, а не пора ли нам уйти на запасной контур религиозный к старообрядцам. Ух ты как! Это так, к слову, да. Угу. Как вы думаете, вот два момента. Да, как вы думаете, произошедшее вот в этом году с Великорецким крестным ходом много людей оттолкнет от участия в следующем, в 17-м? Или как-то мы забудем это как-то, ну все, простим? Нет, это не забудется никогда. Кирилл войдет в историю со знаком минус для Великорецкого хода, на мой взгляд. Понятно, спасибо. Очень, очень все ясно и четко обозначили. Вот мы прошлись, да, по персонам с нашим слушателем. На Ковалева со знаком плюс, Кирилл со знаком минус. 211-101, 211-101. Пожалуйста, звоните и высказывайтесь, какие события для вас явились наиболее значимыми со знаком плюс в этом году, какие со знаком минус. Вот сейчас наш продюсер сегодняшнего эфира Анна Лапшина спрашивает, а что людей обидело-то? Но, насколько я понимаю, вот из высказываний нашего слушателя, это
именно показушность. Ну, да, можно такое слово, да, сказать? Что некий можно театр, такое, да, слово. И много паломников. Помнишь, мы связывались как раз, да, из эфира с Еленой Жолобовой, да? Да, со многими мы связывались, да. Я своего Кировского, ну вот, да, такой камень на душе остался из-за того, что не все смогли. Или, так сказать, быть рядом с патриархом. Да, даже не к патриарху стремились на самом-то деле. А вообще как-то... Святыня? Да, люди, да, вот не совсем поняли, что происходит. У нас есть телефонный звонок, принимаем. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Надежда. Угу. Я хочу высказать, что меня поразило. Поразило то, что Елена Ковалева, едва успев приступить к работе, тут же сделала для себя вот эту четырехкратную зарплату при выходе на пенсию. Это бесстыдство. Это безобразие. Вы сейчас как о чем? Можно? Почему депутаты позволяют это делать? У них такая и так большая зарплата, 200 тысяч. Депутаты... Значит, это почти миллион она получит при выходе на пенсию. Это ни в какие рамки не лезет. Ты не слышал об этом факте? Депутаты Гордумы на заседании приняли это решение о том, что при выходе на пенсию глава города получит единовременно 4 оклада, и там что-то еще будет, какая-то прибавка вплоть до, ну, собственно, окончания. Я просто не знаю, сколько Елене Васильевне до пенсии осталось. А, в следующем году Елене Васильевне исполнится плюс-то. 55 лет исполнится в декабре следующего года. Да? Да. И что? А сколько у вас, в каком возрасте женщина на пенсию выходит? Свет, ну, в 55. Серьезно? Да. Пора задуматься, нет, мне кажется. Я слышал, уже, да, то, что вот, о чем сейчас говорит Надежда, я слышал от простых людей, от знакомых, которые вот не следят за политикой, и это но их было как-то насторожило. Да. Насторожило их. Это было... И Елена Васильевна, ничего, да. Как она на это отреагировала, ты не знаешь? К сожалению, нет. Давай позвоним. Давай. Но она к нам придет в январе, у нас запланирован визит, мы у нее спросим. Жалко, что наша слушательница не назвала событие со знаком плюс. Очень жаль. Но вот я вижу, что уже есть телефонный звонок. Может быть, начнем со знаком плюс и сейчас разговор с нашим слушателем. И, пожалуйста, давайте выбирайте сразу, да, это черную и белую сторону. Принимаем звонок. Алло, добрый день. Ну, я так бы, да. Здравствуйте, как вас зовут сначала, пожалуйста, скажите. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Александр. Да, пожалуйста. Александр, ну, у меня первое, хотел бы так со светлой стороной сначала, что новый губернатор, в принципе, есть какая-то такая надежда, что вроде город и область начнут развиваться, значит, все равно, как говорят, человек с новыми видениями и может и кадровую политику улучшить. То есть вы еще приход Игоря Васильева, его избрание, вы отмечаете со знаком плюс. Ну, я со знаком плюс, в принципе, да. Потому что все равно человек, я не думаю, что он настроен сделать, как говорят, какие-то ущербные проекты для нашей области, потому что она уже на слуху, наша область. А вы за него? После Белых, как говорят, его задержания и тому подобное. А вы за Игоря Владимировича голосовали? Знак минус я, конечно, хотел сделать. В принципе, это касается всех бюджетников, учителей, значит, медицинских работников, что маленькая индексация по 1 января наступающего года, всего где-то 4% заложено. Хотя инфляция, мне так кажется, скрытая намного больше. Ну, официальная инфляция в этом году 2,5%. Ну, это официально. Да, официально. Да, мы вас поняли. Есть зарплата 300 тысяч, да, и, допустим, 15 тысяч. Но инфляция совсем у людей разная. Поняли, спасибо большое. 201-101. Принимаем ваши звонки. Пожалуйста, события года со знаком плюс и минус. Для вас лично можете оценить события, происшедшие в городе, в регионе, и в стране, или в собственной семье. Ну вот смотрите, если мы... Вот видишь, как с зарплатами, да? Не зря ведь позвонила нам наша слушательница, сказав, что ну, миллион при выходе на пенсию, в то время как индексация зарплат такая низкая. Не миллион все-таки, наверное, надо выяснить. А у людей осталось вот такая информация. Слушай, представляешь? Кстати, а почему мы вот беседуя, ну, я так отвлекусь, почему мы, беседуя в нашем эфире с руководителем города, области, не можем спросить, сколько вы получаете? Как-то мы у тебя не можем. Есть та желание? Почему такое? Это мы не можем? Возникает у тебя такое желание? Ну, я неправильно сформулировал. У меня как-то, может быть, не желание. Возникало, но сейчас возникнет. Возникло? После того, как слушатели спрашивают, возникнет, я обязательно задам. Вот можно завтра спросить у господина Шульгина в час дня, когда он к нам придет, удовлетворяет ли его зарплата, и как он считает это, между прочим. Хорошая идея, да. Да, он же к нам из Татарстана приехал, там как-то уровень жизни-то повыше, да. Мне кажется. Кстати, у нас, по-моему, единственный чиновник залетный, который уже не работает с позавчерашнего дня в администрации. Господин Менькин? Менькин, да. Он, по-моему, единственный события в этом году, события года, он объявил о том, какая у него зарплата. Между прочим, честно. Вот тоже событие. Да.
Реально. Первый из чиновников город-администрации. 30 тысяч рублей, говорит, сказал. Про ремонт дорог тогда сразу надо людям напомнить. А Кирову помнят, в 2017 году миллиард на ремонт дорог выделили. Да. Это разве не событие со знаком плюс? Дороги-то посмотри, какие у нас. Что скатерти твои, нет? Киров русская. Вот в первую очередь, наверное, хотелось бы, да, более 20 километров. Ой. Есть звонок-то у нас, да? 211-101, номер телефона. Нет. Прямого эфира. Пожалуйста, события года для вас со знаком плюс и со знаком минус. Продолжаем про ремонт дорог. Ну вот мы два события, связанных с ремонтом дорог, назвали с Володей. Ты скажи, пожалуйста, ты уход господина Минькина с каким знаком оцениваешь? Я это еще не осознал, честно говоря. Вообще, я вообще это явление, как Андрей Юрьевич Минькин, вот... Вот что? Это что-то для меня пока непостижимое. Между вот. Прочим. Видимо, вот, как всегда говорится, объективно видится издалека, поговорить. Видимо, по прошествии времени. Понимаешь? Да. Да. Ну, видимо, он сейчас займется политической карьерой, да? Он зампредседателя партии «Родина» избран. Возможно. Есть, да, у нас телефонный звонок 211-101. Алло, добрый день. Добрый день. Пожалуйста, добрый. Представьтесь. Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, слушаем вас. Вы знаете, вот тут по... Там по поводу того, что православные хотят идти по крестному ходу старообрядцев. Надо ведь вспомнить, что патриарх старообрядцев в этом ходу в свое время умер. Евгений Васильевич, давайте о событиях все-таки. О событиях. Да. Вот вы знаете, вот ВМП и Авитек хотят объединяться. Это эфемерные эти СС-500, они когда еще будут? Ну, вот Турции продали там это несколько этих батарей. Это, но дело в том, что денег нет. У кого это нет денег? Вот они объединяются. Денег у кого нет? Евгений Васильевич. У предприятий, у страны, у России. Конкретно, у России денег нет. Дальше. Ну, соответственно, вот это то, ну вот мы все оружие это продаем. Ну сколько можно? То есть то, что увеличивается оборонзаказ, вы только России жить, а? Евгений Васильевич, то, что увеличивается оборонзаказ, вы со знаком минус оцениваете? Вы знаете, лучше лучше бы деньги вкладывать в полет на Марс. Ясно. А не вооружие. Вот хорошая точка. Спасибо, Евгений Васильевич. Полет на Марс, а не вооружие. Не могу, кстати, не согласиться. Володя, я тоже за полет на Марс больше, чем за гонку простите, вооружений. Простите, на полет за Марс без возврата на Землю обратного? Нет? Улететь туда и все, и это, там построить какую-то выбору, колонию, Володя, организовать. Уже по выбору. Ты фильм «Марсианин» смотрела, да? Туда и сюда, конечно, смотрела. Да? Ну, я, да, «Интерспейс» еще прекрасный есть. «Интерспейс» же, да, называется фильм? Так, вот смотри еще что. Звонил пенсионер Геннадий, пишет нам, возмущенный тем, что епархия в очередной раз поднимает тему переименования Кирова в Вятку. Он оценивает это событие со знаком минус. Недавние были совершенно новости. А ты как оцениваешь, между прочим, поднятие этого вопроса снова? Не пришло для этого время, я себе четко как-то вот говорю. Я-то вот, например, четко оцениваю, но не буду навязывать свое мнение. Я считаю, что рано поднимать этот вопрос. Я считаю, что не рано. Я считаю, что не рано. Просто в контекст, в котором будет поднят этот вопрос, должен быть приемлемым для всех жителей этого города. Мне кажется, этим сложно как-то управлять этим процессом. Нет, не сложно. Главное, грамотно подойти к любому вопросу, и будет несложно. Есть телефонный звонок 201-101. Давай, давайте принимать. Быстренько до рекламы. Алло, добрый день, как вас зовут? Алло, добрый день, меня зовут Виталий Николаевич. Я по поводу вот как бы по поводу крестного хода, который произошел в этом году. Вот когда приезжал вот этот патриарх Кирилл, как бы очень было мало внимания уделено людям простым, которые пришли через такой длинный путь. Им как бы не оказали такого внимания, комфорта, скорее всего, прежде всего. Это было очень обидно. Значит, со знаком минус прилет Кирилла на крестный ход, Виталий Николаевич. Да, это мне очень не понравилось. А плюс, как бы, давайте позитивное событие. Да, позитивное. То, о чем вы с хорошими эмоциями вспоминаете. А позитивное? У нас в Уршинском районе Кировской области открылся фанерный комбинат. О, да. В этом году приезжал губернатор Кировской области Игорь Васильев на открытие первой линии. В дальнейшем будет запускаться вторая линия и также пилетный завод на этом же предприятии. А вы из Мурашей, Виталий? Нет, я с поселка Юрья. Почему вы считаете, что это событие со знаком плюс?
Ну, потому что я, во-первых, рад, что это событие произошло в Кировской области, во-первых, всего. Мы же живем в области, правильно? Просто хочется понять, вашу личную выгоду, не знаю. А, по поводу фанерного комбината? Да, что лично вы-то от него, вы работаете туда, поедете. Ну, лично я, во-первых, хочу сказать, что это дополнительное трудоустройство на работу людям, которые работают и в районе, в соседних районах. Да, безусловно. Это большой плюс. И также я думаю, что как бы это дальнейшее будущее, наверное, области, скорее всего, здесь с открытием фанерного комбината. Вот, открытие фанерного комбината со знаком плюс. Спасибо, отлично. Виталий Николаевич. Спасибо, до свидания. Я, кстати, недавно у тещи спросил, где хоть он там находится, этот фанерный комбинат, она в Апаринском районе живет, да. А вот как доезжаешь до заправки Лукойловска, ну ты представляешь, ты же в коме ездил на автомобиль. Да. И вот на коме ты поворачиваешь, и вот где-то вот он здесь вот находится. Ну, недалеко. Недалеко. 201-101, через полторы минуты снова принимаем ваши звонки. События года для вас лично со знаком плюс и со знаком минус. Давайте продолжим. И у нас звонок уже есть, да? Напомним, что мы говорим о самых положительных и самых отрицательных событиях уходящего года, на ваш взгляд, по вашей версии. Угу. Вот у нас любого масштаба. Наш редактор предупредил, что наш слушатель Олег, который несколько минут назад звонил, остановился прямо специально на обочине, на трассе, чтобы дозвониться. Олег, мы вас приветствуем. Снова. Да. Снова здравствуйте. Да. У меня два плюса, о которых я должен сказать. Давайте. Первый – это полет на Луну. Жалко, что летят американцы, но не мы. Но наконец-то возобновлены эти полеты, и мы наконец-то получаем шанс выйти из нашей Солнечной системы. Да, а второй поддерживаю. Плюс. Я вдруг узнал, что есть такой фонд, называется «Клятва дарения». Оказывается, 105 человек нашей планеты, правда, они миллиардеры, дали клятву отдавать 50% своего капитала на благотворительность. Билл Гейтс уже отдал 35 миллиардов долларов. В этом списке 105 человек есть, оказывается, россиянин. Это Володя Потанин. Угу. И я вижу в этом как пример и радость, что кто-то думает о всем человечестве. И появляется шанс, что если вдруг что-то произойдет, как в фантастическом американском фильме, есть какой-то капитал, какие-то люди, которые защитят нас, обычных людей. Спасибо. Спасибо, Олег. Олег, спасибо. Вот все-таки я вам хочу пожелать, несмотря на то, что у вас такие космические, очень глобальные сейчас видения всего, вы все-таки, если едете по дороге, по трассе, вы сосредоточитесь на дороге внимательно, пожалуйста, следите. Ты знаешь, Володь, а мне кажется, под Новый год такие мысли должны у людей как раз быть. Ну, не только же о салатах думать, и о селедке, правда? Ну, это же за новогодним столом. Я поддерживаю. Марс, Луна, 105 богатейших людей мира во сне дарит деньги нам. Понимаешь? Олег, я сейчас не ерничаю, правда поддерживаю. Я сама, наверное, мне такой сон сегодня приснится. Правда, не знаю, что буду жертвовать. Может быть, я буду посылать флюиды вот этим богатым людям, чтобы они... Да, поддерживаю, давайте. Ждем ваших звонков. 211-101. Есть у нас еще 7 минут до завершения. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Ой, Мария Ивановна, наша постоянная слушательница. Ага. Да, здравствуйте. Давно не звонила. Я вот по какому вопросу. Скажите, пожалуйста, почему прибавили за капитальный ремонт? Нет, мы не по этому вопросу, Мария Ивановна. Я понимаю, но все равно. Нет, я понимаю, Мария Ивановна, вы наш постоянный слушатель. Давайте мы дисциплинированно вести себя в эфире. События со знаком плюс и события со знаком минус для вас. А я не могу сказать плюс-минус. Спасибо, до свидания. Ну хорошо. Следующий слушатель 211-101. Это повышение платы за капремонт. Володь, слушайте, Марья Ивановна, вы же у нас старейший уже слушатель и спикер. События со знаком плюс и со знаком минус. Давайте формулировать правильно все. Хорошо? 211-101. Вижу, что есть у нас уже телефонный звонок. И вот слушатель, который сейчас выходит с нами на связь, я тоже говорю. Четко, события, пожалуйста, представляйтесь сначала. Добрый день. Добрый день. Добрый. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Как вас зовут? Алло. Да, да, пожалуйста, радио выключите, разговаривайте с нами, потому что мы слышим эхо. Да. Вот. Ой. Выключайте. Мой любимый звук. События года. Да. Сначала как вас зовут, скажите. Мы не расслышали. Александр Саныч. Александр Саныч, пожалуйста. Да, события года я называю то, что у нас оказался самый лучший губернатор, самый честный. Это кто? Никита Юрьевич Белых.
Вы посадку так да. его оцениваете? Да. Со знаком плюс или да. со знаком минус? Со знаком плюс. Так посадили-то в прошлом году, не в этом. Да, да. Я просто как депутат сельской думы, мы с ним несколько раз встречались. Он нам помог в приобретении баяна вот из этих денег. Чего приобретение? Баяна. Евро, да? Вот, а со знаком минус, вот приход нового губернатора. Я ничего не поняла. Вы говорите, что посадили белых, это хорошо. То, что пришел на губернатора, это тоже хорошо. Вы как-то определитесь, Сан Саныч. Давайте. Нет, у нас нормальных людей не садят в стране сейчас. Вот, а приход нового губернатора, это показуха. Вот в Котельническом районе недавно приезжал, он, да, и там открывали новый ФАП, привозили, я не буду называть район, все это знают в интернете, да? Нет, уж я скажите, знаю, привозили, секретничать. Привозили этого оборудование из района, привозили специалиста и делали какую-то там. Показное открытие. Не пойми, какую показуху. Сан Саныч, определитесь, вы так и не сказали. Вы все-таки посадку белых оцениваете со знаком плюс или со знаком минус? Конечно, плюс. Конечно, это плюс. Хорошо. То, что прислали да. нового губернатора, это плохо. А как должно было быть? Без них, что ли? Без губернаторов вообще? Вся власть советом. Что? Все стало на свои места, да. Чего стало-то на свои места? Все плохо ведь. Одного посадили, другой приехал. Почему? Это два нет. минус события. Почему нет? Почему? Есть выбор сейчас. Есть выбор. Какой? Есть выбор. Так нет. Впереди президентские выборы. Или показуха, или люди, которые живут и работают для людей. Хорошо. Так, я думаю, так, позитивное событие давайте, а то я один негатив пока услышал. Как позитивное? Позитивное, что нормальные люди должны оценивать. Я думаю, будут оценивать это все. Хватит уже в мире иллюзий жить. Так, немножко на разных спасибо, языках Сан Саныч, мы разговариваем, да. но спасибо за звонок. С наступающим значит, вам. Еще раз у нас есть время, 5 минут до завершения программы. Ваши, пожалуйста, оценки событий, произошедшие в 2017 году. Белых посадили в 2016. В 2017 году, пожалуйста, со знаком плюс, со знаком минус. Вот, про дороги почему-то никто не говорит, понимаешь? Все-таки лучше ведь они стали, неужели нет? А вот это вот заход федеральной программы «Благоустроенная среда», ведь правительство во главе с Владимиром Владимировичем, не он его возглавляет, страну возглавляет, но он же как бы вот эти проекты вкинул и сказал, вот сейчас как благоустроим, все заживем, денег дал. И, как сказал Игорь Владимирович Васильев в понедельник, еще больше будет денег на эти федеральные проекты. Неужто не радостно? Неужто не радостно? Денег, что с одной сейчас... стороны, дал, с другой стороны, взял. Вот с 1 января, как известно, акцизы повышаются. Где убавилось, а где прибавилось? Ну, да, миллиарды рублей, которые пойдут на строительство федеральных трасс и так далее. Так, ну, смотрите, а еще мы стремимся к профицитному бюджету. У нас же в 2017 году чего, профицитный бюджет уже должен быть? В области или регионам? В регионе. Губернатор Игорь Васильев говорит, по плану, доходы и так далее. То есть мы уже будем бездефицитные. Это для кого-нибудь событие? Нет? Мне кажется, это а скорая помощь стала государственной. Дмитрий Александрович Курдюмов сколько над этим трудился. А больницы, бережливая поликлиника, намечающийся медицинский туризм. Нет? Ты хочешь спросить наших слушателей, претендует ли это все на события года? Да, на события года. 211-101. А человек, который пришел возглавлять город из Татарстана, Илья Вячеславович Шульгин, нет? Не тянет на события года? Как считаешь? Мне кажется, что странно, такими что вопросами не звонят. Наши простые люди, к которым я себя тоже, кстати, отношу, так уж как-то не задаются такими а вопросами. А как какими задаются, интересно услышать? А вот видят ценник в магазине, ну вот, блин, подорожало. Ну, вот, а сын родился хорошо. Платежка пришла. Сын да? родился хорошо. 211-101. Да. Вот, платежка, пожалуйста, у Володи два события. Платежка минус, сын плюс. Да. Вот, у нас есть телефонный звонок. 211-101. Алло, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Николай Владимирович меня зовут. Да. Значит, я исследую косвенный подход, видимо, определяю, что вы говорите, для того, что в нашем тишайшем городском краю отсутствие событий есть события. И позитивных, и негативных. Все остальное, то, что выразилась одна из звонящих, что кто-то себе прибавил зарплату, это позитив. Для определенной верхушки, для простого народа и предпринимателей таких, как я, никаких событий нет. Ничего для нас не делалось в нашем тишайшем вятском краю. А чего бы хотелось, Николай Владимирович, подождите. А хотелось социальная справедливость. Социальная да, справедливость? Экономический рост. Рост не за счет того, что выцегнили в центре какую-то там добавочку, прибавочку, а за счет того, что произвели что-то и получили.
вот эти моменты должны быть нашим краю процветающими, видными, и тогда мы будем жить хорошо. А так вот, приехал сейчас на Комсомольскую, стою в такой клаке, заезжайте. Стой рядом со мной. Спасибо, Николай Владимирович. У нас тут в центре города тоже не лучше, честно признаться. Я плачу деньги в вашу пользу. Все, мы поняли. Спасибо. Вот тебе и дороги, спасибо. Вот тебе и уборка. Да? Минута остается. Хотелось бы мне еще, как от журналиста, да, высказаться. Как ты считаешь, в выходящем году информационный поток уплотнился как-то? Или расширился, на твой взгляд? Расширился? Расширился. То есть больше стало информации какой-то поступать. То есть много очень перемен, не успеваешь все запоминать, уложить это в голове, я имею в виду и перестановки в руководящих структурах и так далее, и тому подобное. Нет, я такого не почувствовала. По-моему, и в прошлые годы такая вот интенсивность была в информационном поле налицо. Но кто-то из наших коллег-журналистов пишет, что все плохо, все продались, все какие-то стали делать материалы ласковые, никакой проблематики. Ну, неправда. Я вот не согласна с этим, потому что хотя не поднимали политически активно вопросы наши слушатели, ну, с конкретными там фамилиями, Навальный, например, не звучал, не говорили о пытках в колониях, в которых наши коллеги журналисты 7 на 7 пишут, и сюда приходят правозащитники, Артур Абашев об этом рассказывает. Для кого-то это личное событие, для кого-то глобальное, потому что нарушение прав человека, и каждый может оказаться на месте этих людей. А кто-то этого не замечает, потому что не коснулось лично. О дальнобойщиках никто не сказал, хотя мы много об этом говорили, правда, и сюда приглашали. И встречи даже мы лично организовывали с руководством области. Вот мы, журналисты радиостанции этой. Про полигон в Осинцах, заметь, никто не сказал. Не знаю, слушают ли нас слабожение или нет. История не закончена. Но мы завтра об этом будем спрашивать, конечно, Илью Вячеславовича Шульгина обязательно. Про обманутых дольщиков никто не говорит, хотя, не знаю, про Новую Сергеева. И наши коллеги, и мы здесь без конца говорили. И какие-то там, да, вот какие-то... Тут тоже, кстати, события со знаком плюс и со знаком минус. С одной стороны, что дольщиков много, это плохо, что начинают встречаться и что-то решать, это хорошо. Много-много было разных событий, как отрицательных, так и позитивных. Не могу сказать. Вот лично мое ощущение, может быть, потому что я здесь работаю, может, потому что общественная деятельность. Не могу сказать, что ничего не происходит в нашей области. В некоторых вещах ничего не происходит. Вот на улице Молодой Гвардии, где же ничего хорошего не происходит. Да, ну, глядишь, произойдет. Нам пора завершать на этом. Еще один дневной разворот. Сегодня 27 декабря, 4 дня на Нового года. С наступающим всех нас. И, ну, не знаю, что ли... Все-таки настрою, да, на лучшее. Добра и активности, да, принимайте решения, да, самостоятельно. Может быть, больше хороших дел будет и событий. Спасибо. Светлана Занько, Владимир Сметанин, до свидания.